Это надо. А где краска, мам? Краску пока рано еще. Потом, когда сделаем тесто, мы будем сделать кексики. Два. Потому что это у нас такие баночки для кексов. Вот я выбрала эти баночки, тесто и сыпочки. И вот это нам надо. И яички. И вот это мешать для теста. У нас есть тарелка. И у нас, смотрите, какая у нас тут цвет. И я тоже буду делать с мамой. Яйца есть, да, мам? Одно яйцо. Вот у нас яичко тут наш. Надо ее разбить, когда мама все сделает. Ну ладно. Чего ты? Ну вот так делать с ребенком, еду готовить. Ну что ты расстроилась? Все нормально. Я люблю, не случайно. Ну ничего страшного, Костя. Не хочешь? Я опять рассыплю. Не рас... А даже если рассыпешь, так что? Господи, все там мука есть. Воняет? Да. Пахнет с мухами. Ясно, что пахнет с мухами?
такую видели морковку? Как свекла, но она прям темная-темная. Вон какая, прямо черная. Первый раз только купила. Сейчас попробуем. Рука нашел. Одно. Рука. А как она идет? Рука. Одна рука на желтый. А теперь. А я лучше. Теперь у тебя рука на зеленый. Твоя очередь. Моя очередь. Давай. Нога на красный. Нога на синий. Нет, тогда твоя нога на синий. Нога на желтый. Я не могу так есть, мне так тяжело. Так тогда ты можешь не так, а вот так стать, как я, вот так становись. А руки твои должны быть где? На желтом и на зеленом, да? Не могу так. Что у меня? Крути. Давай, крути мне. Желтая рука? Да, моя очередь. Нога синяя. Гульня на этом закончилось. Ну давай я. Не будет агрессивно, не будет, ребят, не получается, не идет. Кто-то погибнет сегодня, мне кажется, что это наша кошка. Молли, беги!